В Тверском следственном изоляторе номер один сегодня находится около 946 подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Правопорядок учреждения обеспечивает 332 сотрудника изолятора, которые в четверг отметили профессиональный праздник. Это профессиональный ведомственный праздник. Ну, отмечаться как? Отмечаться, естественно, поздравления коллектива, поощрение наиболее отличившихся сотрудников. Новый корпус Тверского следственного изолятора действует с 2009 года. Ранее изолятор находился в здании Тверского тюремного замка 1805 года постройки. Сейчас СИЗО оборудовано по всем необходимым правилам. Чего только стоит комната видеоконференции. Ускоряется время заслушивания, рассмотрения, доставки, так сказать, на видеоконференцию. В целом за год через СИЗО проходит более 20 тысяч заключенных, большую часть из которых составляют так называемые транзитные, то есть преступники, которые этапируются в колонии других регионов. За порядком следят камеры наблюдения. Видеонаблюдение за видеокамерами, которые установлены во всем учреждении. Еще раз напоминаю, что на сегодняшний день у нас 258 рабочих видеокамер. В октябре 2011 года на территории СИЗО номер один открыта церковь в честь иконы Божией Матери Спорушницы Грешных. Здесь все заключенные могут исповедоваться. В свой профессиональный праздник руководство изолятора надеется на спокойные рабочие будни.